Горячая пора наступила не только для огнеборцев, но и для коммунальщиков. Снег кружится, летает, падает и образует большие сугробы. Люди в оранжевых жилетах снова скребут улицу Конституции, тротуары в парке, а вот с дорог снег вывозят только ночью. Почему, выяснял Абай Альжанов. В выходные в регионе выпала декадная норма осадков. Не дожидаясь своей календарной очереди, зима уже в полной мере вступила в свои права. Пора приступать к очистке снега. В Петропавловске коммунальные службы готовы к капризам зимы. Уборкой и вывозом снега занимается 14 предприятий. Днем коммунальщики очищают снег лопатами, а ночью на помощь приходит спецтехника. Его вывозят, когда транспортный поток значительно ниже. Механизированная уборка снега по проезжей части улиц города начата на прошлой неделе текущего года. Массово техника была задействована только вчера. Это 12 организаций выехали на маршрут. Более 70 единиц техники были задействованы. Это город разделен у нас на 9 маршрутов. А тротуары посыпают пескосоляной смесью. На зимний сезон ее запасли 2500 кубов. Но не всегда коммунальным службам удается очистить тротуары и дороги от снега. Виной всему автовладельцы, которые припарковывают свои машины на обочинах. Просим жителей нашего города не оставлять свои транспортные средства на проезжей части улиц города. Работы у нас в основном проводятся в ночное время, так как желательно припарковаться это придомовых территориях. Первый большой снег и гололед. Североказахстанцы почувствовали приход зимы позже жителей Кокшетау, Нур-Султана и даже Алматы. Довольны ли они зимней уборкой? Улицы должны быть очищены и не только от снега, но и от льда. Кстати, там возле, недалеко от юстиции, кстати, лед лежит. Вот там бы почистили бы лед. Снег идет как бы красиво, но понимаете сами, в тех районах, которые вот рабочие, там бензострой, там вообще не проехать из-за этого снега, там пробки задаются всякие. Поэтому надо своевременно убирать снег, вот как мы видим, нормально так, срамобильно уже. Как бы снег идет, они уже убирают. Снег выпал, нужно очищать улицы, чтобы люди могли ходить, проходить, особенно пожилые люди, чтобы не было скользких мест. Синоптики говорят, в ближайшие 3 дня в северном Казахстане сохранится неустойчивая погода. Прогнозируют и снег, и мороз. Местами ожидается снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 11-16, местами 20 мороза. Днем до 5-10, местами 15 мороза. Работы у коммунальщиков будет еще много. Календарная зима наступит только к концу этой недели. По предварительным прогнозам, декабрь будет морозным и снежным. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, новости МТРК.